Кто герои в наше время? Чьи руки грязные, не совесть, чей внешний вид или еще время вызывает людские презрения и смех, а не прибавляет привилегий и достоинств. После смены уставший на маршрутку домой, он по профессии слесарь, семьянин, есть дом небольшой, ключи в дверь открывает, как можно тише, вести плохие принес, жизнь всегда самых сильных пытает, как в пустом поле дерева, среди множества гроз, как жене без стыда в глазах рассказать, уволен с работы, нет вести дурнее, место другое тщетно искать, ведь свои лучшие годы отдал в стране, где родился, Россия. Погрязли в долгах, едва на пищу хватает, нет положения ни шатче, еще дочь заболела. Увы, но стереотип не верен, мужчины тоже плачут, пускают все руки, посреда веру в себя, правдивые мысли за души терзают, какой же отец им и муж из меня, если родная семья голодает. Вышел на улицу, там легче дышать, решил прогуляться немного. Вдруг видит мужчина, просит подать на табличке, нечего есть, я бездомный. Глядит на него и жалость берет. Сел с ним рядом на холодную землю. Покопался в кармане, нашел 2 рубля. Вот держи, было больше, но нету. Спасибо, сынок, как тебя звать, ты добряк. Хм, но откуда вам знать, я несчастлив. И это все, что про него можно сказать. С работы проблемы, моя дочка ковыряет, а что доброта? Доброта и правдивость нынче не в моде. Трудолюбивость и упорство боком выходит. Я простой слесарь и не жалел об этом, и о том, что юные годы я выбрал профессию, что будет полезной. Эх, ну что ко мне жизнь так жестока? А теперь послушай меня. Ты видишь луну, опиши одним словом жену, какая она прелестна. А звезды, они просто чудесные. Сам посмотри, трудно высказать мысли. Если б я мог, не зрячий я с детства. Вот держи и беги к семье поскорее. Ну что это? Это все, что есть у меня, эти деньги. Ну что за здорово, оставь их себе. Да возьми же, тебе понужнее. Это история с слесарем. Тут мой идеал, потому и красиво. Они последнее свое отдают. Из побуждений хороших, без злого мотива. И теперь тоже герои в наше время. Это те, чья жизнь всегда мягка. Это те, чья душа для добра безгранична. Несмотря на трудности жизни и размер кошелька.